Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем проходить игру Delta Force Land Warrior, она же Delta Force Операция Спецназ. Короче, сегодня мы с вами в этой серии пройдем последнюю миссию в одиночных миссиях. Вот, называется Операция Лампочка Ильича. Террористическая организация «Ледяной Чуб», это информацию читаю, кстати, планирует взорвать электростанцию. Необходимо любой ценой защитить объект. В смысле? То есть мы сейчас будем сидеть на месте. Грубо говоря. Вокруг нас будут бегать противники. И мы их будем отстреливать? Ну что ж, ладно, попробуем. Попробуем. Я, конечно, что-то я не уверен, что я с первого раза эту миссию пройду. Но почему бы нет? Как бы. Ладно, послушаем, что нам скажут. Террористическая организация Чубайс, то есть Ледяной Чуб, сражающаяся за повышение тарифов на электроэнергию, планирует взорвать электростанцию. Эта станция была построена, чтобы обеспечить светом казино, клубы и рестораны небольшой деревеньки беженцев. Боевики Ледяного Чуба окончательно свихнулись от зависти и теперь мечтают лишить несчастных последних радостей жизни. По нашим сведениям, скоро негодяи нападут на станцию, которая проходит под кодовым названием «Объект Лампочка». Ганнибал, ты будешь отправлен в этот район, чтобы любой ценой защитить объект. Если нападение будет совершено тогда, когда мы предполагаем, то в твоем распоряжении будет спутник, который поможет обнаружить противника. Если же боевики нападут в другое время, то мы не сможем обеспечить тебя информацией. По спутниковому каналу будут показывать чемпионат мира по хоккею на траве по пояс. Не хочется его пропускать. Итак, твоей задачей будет любой ценой защитить объект. Если хотя бы одному террористу удастся прорваться к нему, то он сможет взорвать генераторы. Ледяные чубы — шустрые ребята! Да, это, конечно, такое себе, да? Там же я же еще не знаю, какая карта, блин. Что у нас тут есть? Может быть, М40. Может быть, вот это вот попробовать? 1800 метров. Магазин патрон. Давайте попробую, да? Начну миссию. Все равно же... Короче, посмотрим. Ну-ка. О, тут наверх можно залезть. Ну-ка. Так, любой ценой, ладно. А, вон оттуда. Противник приближается с юга. Готов. А, вот там. Боевики приближаются с северо-востока. Где? Так, ну пока что двоих видел. Так, вижу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вы шо? Так, вот там один бежит. Раз. Вот здесь вот кто-то забежать хочет. И давайте я, короче, заново начну. Так, вот лампочка Ильича. Далее. Подождите, а что мне вообще дают?
249. И вы что, хотите, чтобы я с этого стрелял, да? Ну что ж, давайте вот с этого тогда постреляю. О, вот это я... Вот это я вообще, блин... Боевики собираются взорвать электростанцию. Мы так. Должны отбить их атаку любой ценой. Так, здесь сразу... Один... Ку-ку, сохраняемся. К объекту приближаются боевики противника. Противник приближается с юга. Ну-ка. Так, все, не приближается. Вот оттуда. Ага, вижу. Приближается с северо-востока. Так. Уродцы рвутся генератором. Да ё-моё. Так, ладно, иди ты. Так. Хорошо, минус теперь куда? Сюда? Кажется, у нас гости. Где гости? О, нифига себе. Так, вот здесь где-то кто-то еще бежит. Так, F11. Пока что F11, один ку-ку. До свидос. И тебе тоже до свидания. Так, теперь с той стороны. Вот с этой. Вот они бегут. Вонючки. Так, вот здесь вот. Где? Ага. Так, вот этот бежит. Так, вот здесь бегут ребята. Так, вот с той стороны. Всем до свидания. Так, теперь с этой. Что ты тут сидишь? Боевики уже рядом с генератором. Немедленно завалить их. Где? Где рядом? Миссия провалена. Хорошо, окей. F12. Так. Минус два. Да ё-моё. Так. Так, а, нет, не то F11. Так, никого рядом тут нет. По мини-карте. Поэтому сохраняемся. А, пацаны, чего вас так много-то, я не понимаю. Так, не в ту сторону смотрю. Так, нет, F12. F12 один. Всем до свидания. Бежим сюда. Смотрим. Так, минус. Кто тут? Отошел. Боевики уже рядом с генератором. Немедленно завалить их. Да, что такое? Ладно.
Так, подождите, мне нужно просто сориентироваться нормально. Так, вот здесь вот бежит. Да блин, да что ж такое? Немедленно завалить их. Так, подождите, вот здесь вот они. Так, давайте... Да нет, отойди, пожалуйста, от этого. Так, вот... Боевики уже рядом с генератором. Немедленно завалить. Кажется, я сохранился, наверное, не там, где надо, да? Минус один. А, я не понял. В смысле, я же смотрю на тех, кто вообще близко. Боевики уже рядом с генератором. Немедленно завалить их. Так, минус один, минус второй. Бегу вот сюда. Есть. Так, F11. 2. 3 Q написал. Так, вот здесь вот один. Вот здесь вот. Заряжайся! Кто-кто-кто-кто? Вот здесь. Боевики уже рядом с генератором. Так. Превознемогаем. Лежать. Боевики уже рядом с генератором. Немедленно завалить их. Так, может быть... Сразу туда бежим. Где? Боевики уже рядом с генератором. Короче, надо... Вот сюда вот бежать. Бежим теперь сюда. Боевики уже рядом с генератором. Да вы задрали. Ладно, на единичку. Это зараза. Гад. Все же нормально сделал. Вот здесь вот прямо двух надо. Тихо, тихо, тихо. Вот здесь вот бегут. Раз. Теперь вот здесь вот. Так, F11. 2. Ку-ку-ку. Теперь куда? Сюда. Теперь быстро сюда. Так, F11. Опять двоечка. Три ку-ку-ку. Так, все. Боевики уже рядом с генератором. Немедленно завалить их. Не,
нападающий... Так, тихо, тихо, тихо. Боевики уже рядом с генераторов. Немедленно завалить их. Так, вот сюда надо сразу бежать, значит. Боевики уже рядом с генераторов. Немедленно завалить их. Так. Так, стой, вот с этой стороны бежит. Так, давайте F11. Пока что на двоечку сохраняюсь. Теперь вот здесь. Ага, вот ты бежишь, да, сюда к нам. Теперь вот с этой стороны кто бежит? Ой-ой-ой, вот здесь вот бегут. Нет, не здесь, вру. Не понял. Ага, значит, этот самый кто-то успел проникнуть, да? Так, значит, вот здесь вот кто-то бежит. Все, не бежит. Вот этот бежит, не бежит. Так, вот вот здесь вот кто-то бежит. А, нет, вот там вот пропустил одного, слышишь? Да, пропустил. Вот он один, смотри, стоит. Срочно рвите когти. Так, ладно. Ой, не-не-не. Так, двоечку мы... Это самое. Значит, где... Где? Сюда бежим. Так. Нет, F11-2. Вот зараза ты какая. Не бывать проникновению, понятно? Так, сейчас я... Хороший момент, чтобы сохраниться на единичку. Так, и кто? Вот с этой стороны где-то там вдали стоит. Вон он. Так, вот здесь вот где-то... А, вон он, гад, бежит. Все, минус. Вот с той стороны кто-то бежит. Я по мини-карте ориентируюсь. Нафиг нам спутник, да? Когда у нас... Так, F11-1... Чуть-чуть осталось, двое всего лишь. Этих самых негодяев. Уже один. Уже один. Где ты? Один бежишь. Ага.
Да. Так, F12 сохраняюсь. Так, хорошо. Один типа бежит. Так, один бежит. Вон он, а второй летит. Все, теперь сохраняемся. Похоже, мы очистили весь район от противника. О, фух. Офигеть. Вот это, конечно, блин, миссия. Вот это просто, ну... Да. Конечно, можно было бы вот их вот отсюда вот так вот расстреливать. Но это, во-первых, побольше площади надо было бегать, да? Вот так вот. И пока тут все это дело оббегаешь, эти ребята, они бы уже давно забегали бы здесь сюда. Вот. Также, смотрите, можно было бы у дверей их караулить, но двери две, насколько я понял. Вот одна, вот один вход, да? Вот он, второй вход. И, то есть, ну, тоже не вариант был бы. Так, вот, смотрите, одна катушка, вот вторая катушка. Да, да. Поэтому самое лучшее место — это вот самое верхнее, во-первых. Потому что все видно. И очень мало места там, чтобы, ну, чтобы вокруг стен не бегать. О, в смысле, я по новой... Не, я тут уже все, эту миссию выполнил. Фу, блин, на самом деле, да, пока что не самая легкая миссия вот эта вот, как по мне. Короче, смотрите, я здесь прошел вообще все миссии одиночные. Вот. Пока что сделаю коротенькую паузу в этой игре, немножко от нее отдохну, совсем чуть-чуть, вот, но я в нее обязательно вернусь совсем вот скоро, вот. А пока что предлагаю вам написать комментарий насчет одиночных миссий, какая для вас одиночная миссия была самой трудной. Вот. Я, короче, до того момента, пока я не узнал про сохранение, для меня вот первые миссии, они были самые сложные. Ну, по крайней мере, вот эта вот вторая миссия, ну вот тренировку мы не считаем. Вот, операция «Тонкая формулировка», это я прошел. Вот, операция «Прогулка в джунглях», она меня... в самом начале немножко затруднило, просто потому что я пока не догадался, как тут, на какую кнопку нажимать, чтобы сохраняться. Вот, ну а потом это самое, после того, как я научился сохраняться, короче, пошло дело, поехало. И вот именно вот с сохранением, вот эта вот миссия, которую только что прошел, лампочка Ильича называется, она для меня оказалось самое-самое напряжное, по крайней мере. Вот, здесь также я не увидел нигде настройку сложности. Вот, тут настройка сетевой игры только есть. Настройки звука и видео. Но здесь, как вы видите, ничего по геймплею нет. Игра на новый World. Вообще не знаю, что это такое. Поэтому
Пока трогать не буду. Если что, я, может быть, за кадром все это дело попробую. Если оно будет потом играться, то я хотя бы одну какую-нибудь серию запишу в будущем. А если нет, если вот это вот Nova World не работает, то и записывать тоже ничего не буду. Также можете написать, что это за Nova World. Мало ли тут кто из моих подписчиков играл в эту игру. А я знаю, что хотя бы один зритель играл в Delta Force. Вот. Короче, если у кого есть опыт игры в эту игру, тоже, ну, напишите что-нибудь из того, что я предложил написать. Короче, на этом пока что все. По крайней мере, по одиночной миссии. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка есть на нее в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Уже будем проходить кампанию. Всем удачи и всем пока.